Анна Демірполат, сімейний психолог, арт-терапевт, є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, ну, питання, я думаю, ви і так знали, що ми обов'язково вас покличемо до студії саме з такої теми, тому що це дуже актуально перед Новим роком. Всі сайти в інтернеті пишуть, як же ж правильно загадати те бажання, що не варто вказувати, що можна варто. Можна я про один метод так розкажу? Шампанське, підпалюєш листочок або папірець, його в шампанське, потім випиваєш. Ви так пробували? Новорічний коктейль. К сожалению, извиняюсь перед нашими зрителями, немножко сел голос, но на самом деле я и кушала сирень, и пила шампанское, и сжигала прямо вот, да, загаданное желание записанное, сжигала прямо и пила вместе с шампанским. Все мы это проходили, и это замечательный тоже способ, и это очень важно, чтобы у нас было такое мышление. На самом деле, да, для исполнения желаний нам нужно немножечко быть мечтателями. Да, чуть-чуть больше вспомнить, понимаете, у нас мы начинаем так много думать о каких-то практических вещах, что та часть нашего мышления, которая отвечает за веру в что-то, она немножечко меньше становится. А именно за исполнение желания как раз отвечает наша составляющая ума, такая интеллекта, как мистическая, склад ума. Да, науки сегодня уже о нем говорят. И когда мы верим в Бога или верим в то, что что-то, может быть, нас поддержит или что-то сбудется, то, извините. Так. Так, отже, новорічний коктейль таки працює, тож варто таки пробувати. Бо у мене кожен рік одне й те саме. Я кожного року, з мене всі мої родичі сміються, а у мене завжди оце шампанське, папірець поруч, сірники лежать, ручка, і от тільки починаю відраховувати, я обов'язково маю запалити і випити. Ну, правда, а чи може це впливати, що воно не збудеться, якщо не догорає той папірець? Смотрите, это только составляющая одна. На самом деле, для исполнения желаний очень важно несколько складовых, да, таких вот. И как, знаете, как в сказке сказывается, нужно учитывать некоторые моменты. Кстати, именно сказки, они скрывают секреты также исполнения желаний. Смотрите, первое. Каждая сказка имеет позитивную развязку. Все мы знаем об этом. В принципе, практически все сказки, они позитивны. В этом вашем желании, опять же, должна быть какая-то формулировка, которая позитивная, которая действительно у вас мотивирует. То есть я хочу, например, там, достигнуть желаемого, или я хочу там, заработать столько-то, такую-то сумму денег в этом году, да? Или я хочу добиться того, что я поеду отдыхать куда-то, в какое-то конкретное место. Это первое. Второе. Если вы заметили, что в каждой сказке герои, они что, сами добиваются, или кто-то за них решение? Ну, допомагають, бувають. Конечно, да, помогают. Да, помічники. Да, помічники є. Это один из моментов. Но тут самое главное, что герой каждый сам отправляется в свое путешествие, в свой дремучий лес. И здесь это тоже очень важно учитывать, что это называется такая некая составляющая желания, как подконтрольность. То есть это то, что вы именно руководите процессом. Конечно, можно захотеть, как я говорю, миллион алых роз у себя дома, да? Но тогда спланируйте это так, как вы хотите. И, в принципе, здесь нужно понимать, что они могут и прийти, но и для этого что-то нужно тоже сделать вам самостоятельно. Что тогда вы можете сами для этого сделать, так? Вот. И потом, каждое желание, оно должно более быть обозначено конкретно со сроками. То есть, вот какой-то финал, к какому времени вы решаете, чтобы это было. И здесь очень важно... Отказывать, да? Например, так, я хочу там поехать за кордон, я маю сказать, что приблизно хочу, чтобы, например, это в липні было, або в червні, да? Потому что так вы когда, как бы ориентир устанавливаете для мозга, куда вам двигаться. И здесь также вот как раз включается следующая составляющая. Вы должны определить для себя, насколько это желание масштабное. То есть это желание, если оно действительно требует, например, хочу стать мегазвездой, но, наверное, для этого нужно там потрудиться 2-3 года, да, для того, чтобы выступать на большой сцене. Да, поэтому нужно понимать, что, скорее всего, для достижения этой цели лучше сконцентрировать внимание на ее части. На какой-то части, например, первый год, что я смогу достигнуть именно вот этот первый год. Да? Этапы, да? Да, этапы, да. И ну, очень важно сформулировать правильно желание, как мы с вами поговорили. 5 секундочку.
Ну, так, дальше двигаемся, да? И вот здесь как раз вот очень большое значение имеет ваша вера и чудо, вера в то, что получится. И я предлагаю всем, кто хочет загадать желание, и чтобы оно исполнилось, хотя бы 5 минут перед Новым годом, может быть, уединиться или может задуматься, да, и представить себе, как себя таким, когда желание исполнилось. Mm-hmm. Обязательно погрузиться в это состояние. Что происходит тогда в этот момент с мозгом? Наука уже исследовала этот момент очень серьезно. И наш мозг работает на различных волнах: альфа, тета и бета. И если говорить про альфа-волны, это как раз вот состояние, когда человек медитирует, может, кто-то слышал, да, молится или успокаивается, слушает, например, звуки природы, сидит возле берега моря или где-то на природе, да, и совершенно погружается вот в эту тишину или красоту природы. И именно это помогает исполнить желание, потому что в этот момент мозг обнуляется, как мы говорим, психологи, то есть он очищается от различных мыслей, которые вам сейчас не нужны, и настраивается, поднастраивается на то, чтобы действительно запомнить то, что вы хотите, и помогать вам дальше действовать. Uh-huh. То есть, поэтому, и когда вы, конечно, погружаетесь в это состояние, можете заметить, даже если попробуете, да, то обязательно наступает такое легкое расслабление, такое состояние удовольствия. И я могу серьезно сказать, так и на практике происходит, у людей даже проходит в этот момент головные боли, да, проходит какое-то нездоровое, нехорошее состояние на данный уже момент. Уже есть тревоги, да? Уходит, да, конечно. И человек становится в этот момент мало того, что физически расслаблен, плюс еще и интеллектуально расслаблен, как мы говорим. И здесь как раз включается все два в одном. И мозг, и тело, а это один и тот же организм, правильно? Угу. Они включаются в исполнение желаний. Під Новий рік ми не дорізаємо салати так за 5 хвилин там до того, як проб'ють. За маленькою тишиною. Так, робимо собі так. Да. Погрузиться в перед самим Новим роком, перед 12, це важливо? Можливо чи ні, о котрій це буде, чи може це о 9-й вечора варто зробити, чи от можна зробити, в принципі, от момент, да, то есть канун Нового года, в канун Рождества. То есть вот когда время волшебства нарастает, когда все очень хотят, чтобы исполнилось желание. Есть такое понятие, как коллективное бессознательное. То есть это то наше бессознательное, которое есть у всех у нас. Это научное понятие. То есть некоторые образы, которые в нас изначально заложены, это наши ресурсы, наши собственные. Так сказать, наши качества, наши способности, которые нам помогают двигаться. И как будто все, когда об этом говорят, усиливается вот этот слой нашего бессознательного. Так что хорошо делать это действительно в праздничные дни. И дальше, да, то есть что еще очень важно, на что обратить внимание, это такой момент, как наши ресурсы и препятствия. В сказках, как мы помним, всегда есть помощники или есть какие-то инструменты. И вот здесь нужно уметь использовать вот эти вот инструменты. Что может быть этими инструментами в реальной жизни? Так как герой обращается, и точнее он идет в дремучий лес, это символ нашего бессознательного, то это говорится о том, что все-таки внутри нас, да, скрыты наши ресурсы, то есть это наши какие-то качества и способности. И здесь себе хорошо сесть и записать, какие свои именно качества мне помогут в реализации этой цели, да, какие мои способности у меня есть, может быть, что я недооцениваю, может быть, какое свое качество я трачу или какой-то свой ресурс я трачу необдуманно. Про ресурсы это может быть и качество, и то, что у меня есть действительно. Может, я необдуманно деньги трачу, может, я необдуманно трачу свои физические силы, например, и мало отдыхаю, и мне действительно нет времени на то, чтобы даже что-то сделать ради своего желания. Или, может быть, я так много думаю, перевариваю какие-то проблемы, что, может быть, надо было бы уже поменьше и потратить этот ресурс на то, чтобы подумать про желание, правильно? То есть вот это про ресурсы, про препятствия. Сказка, неприємніші моменти, так? Но тем не менее, да, нужно сесть и подумать, что мне может помешать, что действительно в жизни я вот уже так делаю, что мне это мешало. Обратить на это внимание и, соответственно, знаете, как серого волка увидели, предупрежден, знаю его повадки, и тогда уже, да, двинусь дальше более уверенно. Он мне не страшен. Про препятствия, да? И еще такой важный момент. Еще, кстати, рекомендую обязательно свои желания записывать. Анечка, а их мои бути, ну, декілька чи одне? Краще присвятити себе одному, такому глобальному, чи їх може бути декілька? І як правильно записати? Кожне желання лучше обов'язково записувати. Чому це важливо? Тому що на підсознательному рівні у нас є якісь ідеї, як ми хочемо досягти нашого желання. Але коли ми записуємо, ми як би говоримо нашому підсознательному, ми виносимо це в сознання. Ми включаємо. Вся психологія построєна на тому, що якщо людина із підсознательного взяв якісь символи, взяв якусь мисль,
осознал ее, да, понял, ой, да, да, действительно, я могу так, например, да, все, уже меняется его жизнь. Уже только одного осознания достаточно для того, чтобы что-то поменять в жизни, понимаете? Поэтому вот записывание, еще я говорю как арт-терапевт, рисование каких-то своих желаний, вот мечты, да, некоторые делают коллажи, составляют образ своей будущей. Например, да. Или кто-то хочет дом, он прямо вот рисует этот дом, как что в нем находится, комнаты, да. Это очень важно, кстати, вот когда будете представлять, что у меня, например, есть дом, прям вот детально представить, что какой я там нахожусь, да, какой я счастливый в этом доме, какой я становлюсь, когда у меня новый дом, какой у меня вообще сам дом, какой у меня диван, какое у меня окно, куда оно выходит. В общем, все очень детально. Это тоже вот так. Это важно. Ну, добре, да. А чому інколи вони не здійснюються наші бажання? Начебто і уявляємо, і рухаємося за схемою, про яку ви говорили. Да, есть исследователи вот нашего мозга, которые говорят о том, что при исполнении желаний очень важно действительно на них концентрация. То есть, если вы действительно уделите внимание там одну-две минутки каждый день, подумать, помечтать, например, утром, так, чего бы я хочу, что для меня важно, к чему я стремлюсь, да, вот, то это дает возможность мозгу больше концентрироваться и находить ответы на ваши вопросы, помогать вам двигаться. Вот, скорее всего, что мы просто забываем про наши желания и, кстати, как взрослые, перестаем мечтать. А это очень важно. Тобто варто про це пам'ятати, можливо, десь записали на Новий рік і кожного там місяця там чи десь для себе його якось повторювати, прочитувати. Да. Дивіться, а я інколи читала, що загадав бажання, його треба відпустити. От воно там пішло у всесвіт і не думати про нього. Ви кажете, що треба мріяти. Да, я все-таки про те, що потрібно потрудитися над тим, щоб твоє желання ісполнилось. Все-таки от ми дійсно йдемо і робимо щось самі. І тут ще один такий важливий момент. Знаєте, коли в дремучем лесу надо соблюдать экологию леса. Что это такое? Обязательно нужно прописать опять же себе, да, что я получу в результате исполнения этого желания. Прописывать, да? И что я потеряю в результате исполнения этого желания. Ведь на самом деле, смотрите, если я становлюсь такой звездой, например, выступаю на сцене, такой хороший, яркий пример, скорее всего, что мои друзья меньше станут со мной общаться, или мои родственники меньше станут со мной общаться. Скорее всего, вообще круг общения у меня немножечко уменьшится, а может быть и увеличится, смогу. Да? То есть нужно написать, что я потеряю, что я получу. Это именно, или какие качества я приобрету. Ну, я стану там, да, знаменитый, да, у меня там будет много поклонников, например, то, что я приобрету, а что я потеряю. И здесь про экологичность нужно посмотреть, а хочу ли я этого, правильно? Хочу ли я действительно, мое ли это желание, чтобы вот такое произошло в моей жизни? Экологичность еще также говорит о том, как это повлияет на мое окружение. Да, то есть, например, что произойдет с моими родственниками, близкими и всеми, кто меня окружает. Может, мне вообще поменять работу придется в связи с тем, что хочу, например, больше денег зарабатывать или еще что-то, да? Вот, поэтому и здесь нужно подумать, как отнесется, например, семья, что какое-то время я не буду зарабатывать, например. На гастроли там поеду, да. Или, может быть, какое-то время придется сконцентрироваться на своей победе, и я не буду обеспечивать, например, свою семью как-то там, или, наоборот, не смогу там вклад какой-то делать, да, если это женщина. Вот, так что... Очень рекомендую записывать. Рекомендую по каждому желанию все-таки идти отдельно. Каждое желание обсмотреть, обдумать. И вот так вот, как я вам проговорила, можно даже прописать. И тогда вы поймете на самом деле, что все вопросы, все ответы лежат внутри нас. И мы можем найти исполнение наших желаний только с помощью внутренних наших каких-то процессов. Они действительно исполнятся. Но здесь, конечно, еще важно мечтать. Ваши желания исполняются? Вот ваши? Да. Вы записываете? Я мало того, но так как я арт-терапевт, то я делаю коллажи. У меня такое было, что я неожиданно абсолютно для себя вот хотела поехать в путешествие, поехала в путешествие, но совсем не ожидала. Понимаете, это был просто составленный коллаж. Причем вот это была Европа, я хотела где-то в Европу поехать, и просто какие-то картинки европейские, да, себе сделала. Вот. И мне предложили поехать на один из проектов бесплатно в качестве там участника проекта. Яскравый приклад. Чи може бути яскравішим, да? Здесь очень важно, понимаете, что дает, например, коллаж, что дает рисование, что дает, да, воображение, когда я вам говорю, что уделите 2-3 минутки на воображение. Это дает включение ваших вот этих внутренних ресурсов, которые вы сами не знаете. И действительно, наука сегодня это очень серьезно изучает, как это так получается, да, что это такое за мистическое. И никто не может сказать, где конкретно эта мистическая составляющая находит в мозге научно. Но тем не менее, сегодня вся наука трубит и говорит про это.
Да, поэтому нужно учитывать, что и наука к этому уже подходит, что желание нужно чувствовать, наполняться вот этим духом своего желания, что оно сбудется, что у меня получится. И наполнять это, дополнять определенными какими-то визуальными, например, составляющими. Да? То есть это рисунок, как я говорила, там, представить себе, написать, описать можно. Що, думаю, сьогодні всі ввечері вже починаємо наповнюватися своїми бажаннями, шукаємо ті фото, які вам необхідні, які ви, про що ви мрієте, те шукаємо, робимо, щоб воно дійсно збулось. І думаю, 31-го взагалі буде дуже круто, якщо це 31-го наклеїти, так, от з одного дня на інше, з ночі. То або підготуватися раніше. Так. Тому якщо ми бажання віримо, воно обов'язково здійсняється. Ми вам дякуємо, Анна Демір-Пилат, психолог, була в нас в гостях. Ми переконані, що тепер усі ваші бажання обов'язково здійсняться.